Ля-млям-лям-лям-лям-миллион. Чего, какой миллион? Не, накрутили. Не может быть. Toyota. Накрутка, накрутка. Не верю. Откуда? Не могло так резко подписаться 1000 человек. Да не. О! Не, ну, конечно, как бы я вижу, что миллион, ну что? Подождите, стоп, дайте я... Только что было 999 и 100. 999, 100. Откуда резко 900 человек возникло? Быдло ты ебаная, блядь. Да это боты, звучит, ребят. Реально миллион. Ой, блядь. Реально миллион! Бля, надеюсь, это не накрутка. Ну, даже если накрутка, все равно рано или поздно, блядь, я наберу миллион. Но в любом случае, нихуя себе. Охуеть. Ого. Реально? Миллион? Я в истории. Подожди-ка. Еба. Еба. Я в истории. В истории! А, блядь. Я ща вкакаюсь. Итак, дорогие друзья, мы долго к этому шли, целых 10 лет. 10 лет. VIP. И вот, наконец-то, это случилось. Ура! Миллион подписчиков. Да, тысячи из них, наверное, накрутили. А что? Ох! Ура! А-ха! Ебать! Поздравляю! Ура! А, за это выпей! А! О, блядь! Нихуя! Ночью по... Ебать, чё же? Шо это такое тут? Нихуя. Молодец. А, чью подставу, конечно, жесткую. Кто-то жестко накрутил. Вот, лучше открути. Давайте вернемся тогда на 999 и наберем живых людей. Вот. Блин, это круто, на самом деле, серьезно. Я не думал, что когда-нибудь в своей жизни вообще столько наберу. Потом я, конечно же, не думал, что когда-нибудь я буду встречать миллион фолловеров, сидя здесь. Уж извините, что опять напоминаю, в Америке, в Нью-Йорке. Когда-то я вообще даже не мечтал о таком. Молодец. Что такое может случиться, что я окажусь здесь. А уж тем более, что я наберу миллион, так это вообще пиздец. Просто... Молодец. Миллион на Твиче — это достаточно дохуя. Это равносильно тому, что если набрать Toyota. На YouTube 10 миллионов подписчиков. Вот, поэтому, Toyota. Конечно, да... Это, конечно, много. Да. Молодец. Но, опять же, скорее всего, тот, кто накручивал ботов, отпишет их. Поэтому мы ожидаем, конечно, что будет опять меньше миллиона. Молодец. Потом опять миллион, потом опять меньше. Но не имеет значения, мы пересекли эту черту, и, соответственно, уже этого достаточно. Молодец. Ждем новость в стрим-инсайде, блядь. Только попробуй, нахуй, не напиши об этом. Молодец. Где? А, уже? Чего? Реально? Молодец. Нихуя. Если уже, ребят, давайте зайдем лайк поставим на эту новость. Все-таки, извините меня, ну типа, ну вы понимаете. Это вам не в тапки ссать. Охуеть. Охуеть. Ебать, реально. Ес!
3 минуты назад. Охуеть. Сколько всего было за эти 10 лет? Я ж даже сейчас не смогу все перечислить. Это целый огромный список. Об этом можно целую книжку написать. Я причем сейчас нихуя не преувеличиваю. Это целая история. Целая история. Сколько всего было. И крутых, и печальных, и классных, и тяжелых моментов. Вот. Поэтому на самом деле это реально целая история. И мы в этой истории все вместе. Ебать. Рыли. Так что поздравляю всех, ребят. Спасибо, что вы со мной все это время. Может быть, кто-то из вас временами там уходит, но возвращается, это главное. Я надеюсь, что и мы и дальше будем покорять Twitch, и не только. Вот. Может быть, еще что-нибудь. Уверен я в этом, я это чувствую. Что не только на Твиче мы с вами взорвем. Ну да. Тем более, учитывая, что 10 лет мы все так же держимся. И не то, чтобы держимся, мы еще и поднимаемся. Онлайн-то у нас растет. Вне быдло, зависимости от того. Ебаная, бля. Сюда! Плюс мораль! 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 Сюда! Ну, я чё и говорю. Не каждому удается держаться так долго и не скатываться. Хотя, конечно, для многих я там скатился, блядь. Сейчас быдло, кто-то там ты ебаная, пердеть начнёт, что я скатился. С миллионом. Иди ты нахуй. Крутой стример. Цифры говорят о другом. Может, для тебя и скатился, но цифры говорят о другом. Так что иди нахуй со своим скатился, блядь. Это не я скатился, это ты не поднялся вместе со мной, поэтому вот так вот и происходит, что мы с тобой не на равных уровнях. Ты остался внизу, а я пошел вверх, поэтому я для тебя типа скатился, а на самом деле это ты там на дне остался, блядь. Всё нахуй! Вот так-то, блядь. Ой, блядь. Да. Ну все. В пацанчика никто не верил. А он реально залутал лямчик. Уважуха таким парням. Туюта. Эх, сейчас бы конвертировать этот лямчик фолловеров в лямчик долларов. Да ладно. Молодец. Ладно, шут. Да ладно, шуты, ну. Да, ребята, это жестко. Привет, стример, привет, чатик. Хочу поздравить тебя с миллионом подписчиков. Вот, желаю тебе миллиард подписчиков, миллиард долларов, вот, и всего хорошего. Thank you. Сейчас подождите, ребята, я сейчас кое-что хочу сделать. Здравствуйте, Инстаграм. У нас тут великолепная новость. Тихо, не перебивайте меня. Миллион подписчиков на Твиче! Ура! Ура! Чат, давайте, поприветствуйте. Ура! А ну-ка. Ура, ау-ау-ау. Быдло, ты ебаная, бля. С победой. Все, я выкладываю сторис. Туюта. Сторис. Но что-то мне подсказывает, завтра подрублю, опять будет меньше миллиона. Ну, похуй. Как я уже говорил, похуй. А поздравляю. У какого ты умница. Количества... Меньше, чем три. Стримеров, у русскоязычных стримеров миллион фолловеров имеется. Я знаю Бустера, Эвелона, Братишкина, да? Потом кто еще? Я, Симпл. Ты ну, надолго? Симпл, он больше... В честь праздника мы интернациональный, подошли. Поэтому, возвращайся как бы, быстрее и подрубай. Так вот, значит, Братишкин, Эвелон, Бустер, я теперь могу сказать... Стрей? Стрей? Папич. Поняла, нет, что смотрю. Я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут на